Всем привет! Сегодня я буду готовить не простой, а китайский суп с щупальцами молодого кальмара. Для супа мне понадобится бульон из рыбы и морепродуктов, морские водоросли нори, щупальцы кальмара, рыбные кусочки, зеленая стручковая фасоль, соевый соус, лимонная цедра такая, и зелень лука, петрушки и кориандра. Ставим наш бульон на плиту и начинаем добавлять ингредиенты. Сначала добавляем листик нори, так окунаем его. Далее добавляем лимонную цедру и зелень. Зелень можно добавлять по вкусу, можно добавлять только один лук, но я люблю ароматный бульон, поэтому я добавляю петрушку и кориандр. Добавили, размешиваем и добавляем соевый соус. Если соевого соуса будет недостаточно, можно будет добавить в конце. Размешаем все. И доводим до кипения. Вот наш бульон закипел. Мы сейчас его сольем в другую кастрюльку, а всю зелень и морские водоросли мы отбросим, потому что морские водоросли дают горечь. Все слили, стряхнули. И кастрюльку ставим на плиту. Будем варить дальше. Наш бульон снова закипел, и мы начинаем опускать рыбные кусочки. Я рыбку порезала на части и опускаю. Все опустила. И ждем, когда она закипит. Нужно, чтобы поварилась пару минуток. Наш суп закипел, образовалось немного пены, я ее уберу. Ни к чему она. Убираю и добавляю стручковую фасоль. Много не надо, так немножко. И добавляю щупальцы кальмарчика. Они варятся очень быстро, минута две, они нежные очень, поэтому добавляю в самом конце и фасоль, и щупальцы. И мне кажется, я немножечко не досолила, поэтому добавляю еще соевый соус. Размешаю и пусть поварится пару минут. Закрываем крышкой и ждем. 2 минуты прошло, отключаем газ, проверяем. Все готовое, ароматное. Можно разливать по тарелкам. Прошу.